сейчас мама попали. А, ну да, елки-палки. Как раз это... Не его, меня будут штрафовать. Ох, молодца! Вон они, стукнули. Китайцы. Давай! Или что? Блять, ёб вашу мать. Охуеть. Ебать его надо, бля. Блять! Ай, нахрен!
Вот и добил. А что, пофиг что ли на все это? Пошли. Вот он! Смотри, ебать! Бабу, блядь, вылетел нахуй! Да, я приеду в Москву через 2 дня. Я буду в Москве через 2 дня. Да, вы мне это звоните через 2 дня, потому что я вот сейчас тоже в другой стране нахожусь. И думаю, что мы с вами можем поговорить. Хотя, честно скажу сразу, что вот веб-сайты, вот я в принципе пока не интересуюсь. Но, если это касается каких-то реальных, скажем так, интересных предложений и материальной выгоды, то мы можем об этом поговорить. Коля, меня перекрывают. Я еду напротив Каширинах, пытаюсь выехать. Где суд, трубку не вешай, звони с другого телефона. Куда мне подъехать? Блять, Коля, мне далеко, я по красным еду. Пытается за мной ехать. Да мне не надо, мне куда подъехать? Коля, блядь, ДТП. Блять, отвечай! Коля, блять, мост! Блять, стреляют по мне! Мост! Коля! Thank you.
Mm-hmm.